С советских времен мы знаем, что лучший подарок – это книга. Для охотника можно подарить книгу «Записки охотника» Ивана Тургенева. Книга очень емкая. Вот. Она иллюстрирована картинами известными. «Трое охотников на привале». Пожалуйста. Вот. Для троих охотников очень вот книга замечательная, на мой взгляд. Для людей, любящих классическую русскую литературу, пожалуйста, «Война и мир», том номер один. Вот. Иллюстрирована фотографией самого автора Льва Николаевича Толстого. Когда его пригласили в «Общество трезвости» на первое заседание, он пришел, послушал, а когда ему дали слово, сказал, чтобы не пить, не надо собираться. А раз уж собрались, то почему бы не выпить? Это было первое и последнее заседание «Общество трезвости». Тоже хорошая книга, такая емкая. Ну а тот, кто читает литературу запоем, тому сразу двухтомник Льва Николаевича. Том номер один, том номер два. «Война и мир». Здесь можно вот том номер один, вот том номер два. А обратите внимание, здесь из можжевельника сделаны стопочки. Так что записывайтесь в библиотеку и читайте с удовольствием.